Здравствуйте, Валерий Константинович. Так, репортаж сада Макарова. Вот выкапываю деревья, некогда заниматься прививками. Я что здесь хочу показать? Вот смотрите, груша стоит. Вот она груша. Тут много сортов на ней. 5 штук я насчитал. Вот. И вот яблоня. Корни одинаковые. Знаете почему? Потому что размер, ну, мочковатые. Тут они компактные, потому что я в пакет завернул в болтушки. Потому что привиты на яблоне вот эта груша. Хотя у груши должен быть стержневой. У него точно такой, как у яблони. Доказательство, вот, пожалуйста. Это груша, значит, крупноплодная Сусова, просто Мария. Вот, москвичка. Еще один сорт, это вот челябинская зимняя хорошо хранится. И вот, пожалуйста, розмарин. Ваш розмарин. То есть, вот это все яблоня. Вот отсюда привита груша. Вот вышла почка яблони. Я привил розмарин. Прекрасно все принимает, потому что все с одного сада. Но главное ее достоинство. Конечно, корневая шейка-то у нее покруче, чем у груши. Все-таки это яблоня. То есть она позволяет даже какую-то сырость переносить, у кого низкие воды. А мне что хорошо? Корни-то не стержневые. Копать легче. Вот, допустим, еще одна груша, трехлетка. Разве бы я ее выкопал? На этой груше у меня 6 сортов. Вековая, челябинская зимняя, крупноплодная Сусова, просто Мария, москвичка и нарядная Ефимова. Вот. Все как положено. И пятнышко, и все. Вот такой корень мочковатый. Хороший. Я его скрутил, свертел. Грушу такую выкопать было бы невозможно. Трех. Нет, это даже четырехлетка. Невозможно выкопать. Я корни вынужден был бы обрубить. Такую грушу выкапывать невозможно. И только благодаря тому, что это на яблоневом подвое. Вот. Секундочку. Покажу, какие здесь ямы. Серьезные. Но тем не менее, у груш они были гораздо глубже. Выкопал. И груш. Не две груши, одну яблоко. На яблоне подвое. Выкопал незавернутый корень. Вот, пожалуйста. Вот такой корень. Вот он. Всего-то. Красивый, пушистый, но не стержневой. Причем, что это груша. И тут тоже 5 сортов. Кстати, вот почки, посмотрите, собираются. Ну, это так часто бывает. Тепло пришло. И, то есть эта груша, вот она сейчас зацветет. И сейчас, если ее удачно посадить вовремя, как положено, она еще и плоды даст.